Найти плюсы, чтобы закрыть минусы. Задача – сформировать национальный бюджет без дефицита и незалатанных дыр. Два слова об итогах. По основным направлениям. Выполнили, не выполнили доходную часть бюджета. Я хотел бы услышать, как сработало ваше ведомство. Развитие международных связей через призму транзитного потока и помощь бизнесу для развития без лишних остановок. Задача сегодня стоит создавать условия для экономики нашей страны, создавать условия для нашего бизнеса. Безопасность внешняя и внутренняя. Как остановить контрабанду через границу и почему серые поставки продуктов портят имидж страны. Только те инициативы проводим в жизнь, которые дают эффекты для ускорения процесса, но ни в коем случае не для ухудшения качества контроля. Качество контроля – это святое. Развитие инфраструктуры на границе, укрепление экономических связей и подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею 2021. Утром с докладом у президента, а уже вечером на «Беларусь-1». Глава таможенного комитета Юрий Синько в проекте агентства теленовостей «Разговор у президента». Смотрите сразу после «Панорамы».